Многие из нас помнят вкусную еду из печки, которая готовилась в чугунках, жаровнях или горшках. Есть те, которые сегодня могут так питаться, потому что есть печка. Привет, друзья! Вы на канале «Волшебная еда» и сегодня готовлю картофель с мясом, как у бабушки в деревне. Одну морковь нарезаю брусочками. Можете нарезать кружочками или полукружочками, это не столь важно. Одну луковицу нарезаю мелко. В сковороду вливаю подсолнечное масло и разогреваю. Выкладываю морковь. Обжариваю, помешивая около 2 минут. Добавляю лук и обжариваю еще 2-3 минуты. Добавляю 2 столовые ложки томатной пасты и перемешиваю. Выключаю плиту. Поджарка готова. 1 килограмм картофеля нарезаю на половинки. Если сильно крупный, на 4 части. Мясо – свинина. Лучше брать с жирком, например, шейку. Нарезаю на произвольные кусочки, но не сильно мелко. Отправляю к картофелю. Добавляю поджарку. Солю, перчу, перемешиваю. В жаровню, можно в горшок или казан, вливаю 200 мл воды. Выкладываю картофель с мясом. Несколько лаврушек. Накрываю крышкой. Отправляю в духовку. Включаю на температуру 180 градусов. Оставляю на 2 часа. Вот такое вкусное блюдо, как из печки, можно приготовить дома в обычной духовке. Если понравился рецепт, жми лайк и подписывайся на канал «Волшебная еда». Впереди много интересного. Состав ингредиентов и их количество под видео.